Всем снова здрасте, с вами в эфире по-прежнему я, Броутейп, зовут меня Женя, и со мной Тенди. И мы уже добрались... Алло. Ну что ж, финальные торты. Да, и у нас первая игра финала — торты. Не те, которые есть, а те, которые очень больно бьют. Те, которые импелман там физухой бьют. Да. И, кстати, смотри, уже Нулот качнул третий скилл. Я ведь не знаю. Этот микростанчик, стягивание вот это. Ну, не знаю. Спорный такой вопрос, что качать первый, третий. Третий он будет крипаться, харасить. Как бы все равно близко пока подходить никто не будет, там станом попасть сложно. Ну, стан 120 маны живет, а этот 100. Ну, в принципе, да. В чем того, что стан наносит 70 урона, а этот 80 урона и живет меньше маны. Брать ту же область демеджа, там, которую захватывает третий скилл, который захватывает первый. Ну да. Ну и маны меньше живет, дамажит больше. Пока не будет, поэтому надо крипаться. Те же батарейки меньше брать. Батарейка-то... О, перезарядка там 6 секунд на всех левелах, по-моему. Да, да. И прям можно вообще конкретно уничтожить врага. Вот, Нулот играет на такой злостной девушке с хлыстом. А как раз... Всем на дефолт. Да, на дефолт. Это я же говорю, как ты любишь на дефолте. Серьезная игра. Нужно опытного брать. Оп, все, видишь. А, это не он добил. А ну пошли, увижу, бой спыла вот эта третья. Угу. То есть как бы стан тут сейчас не сильно нужен. Но если им зацепить, то можно не слабо нахарасить. Ну там если... Ну мне кажется, что на втором уже нужно бы качать первый. Ну, на втором по-любому первый. Тут импейлман. Да. Это дело так крипов очень много. Где-то мид. Ну да. Была бы какая-нибудь длинная линия. Там был бы вариант прочесть, их нету. Как бы импейлман действительно спорная ситуация. Тут гнаться за врагом. При этом тебя еще крипы могут наклепать. Та таура тычку словишь. Ну, то есть. Тут не войдет фловы. Фловый урон от импелмата, который ты хотела. Ну да, да. Не, ну немного зацепит. Сплитов-то. Ну зачем-то брать. Угу. Немного зацепит. Лучше первый и третий качать, действительно. Там подбустить 70 дэмэджа на какой-либо обилке, чем импелмат. Ну льду здесь вообще, по-моему, нету смысла качать. Ну, ульта 11-го нормально, но... Не, ну на 11-го, да. Кто-то будет подходить. А ульта 11-го, я согласен, ну, но на первом... Шестом, да, на шестом нет. 66 дэмэджа, такое. Кто его знает, сейчас фокусем возьмет и качает. Опять, да. Может, она опять затащит, как в прошлый раз. Потом пойдет драться. Ну, в прошлый раз-то она затащила ему столько на 9 уровне. Ну да. Опять же, какой смысл ее брать раньше? Когда у него было сколько? Почти 40 душ, и она там реально бомбанула хорошо. Учитывая тот факт, что там не совсем упор был. Угу. Ну, Нулит пока что выигрывает на буквально на пачку крипов. Ну да, 220 голды, 4 крипа где-то. 5. Такое дело. Ну да, да. Вот на тортах тоже неплохо батареечка смотрелась. Так же, все спамят. Ну, смотри, ни один, ни другой не купил себе эту батарейку. Я бы тоже на самом деле взял. Все грейдят экзайлы. Да, через амулеты идут. И раскачка у них тоже одинаковая, 2-2. Эти летят. Смотри, батареечка обчаржилась. Да, сейчас бы, если бы кто-то купил батарейку, она бы у него уже на 10 была. Говорю, пока что все уходят в дэмэдж. Ну да, да. 72, то есть у них вообще ровно все. Просто типа одинаковые статы.
Идентично все, да. Просто что у синего есть красная баночка еще, то есть в критический момент она его может спасти. Ну, знаешь, когда летит какая-нибудь тычка шальная. Ну да, он раз красную баночку съел, отрегенил себе соточку хп. И все. Там она даже 10 хватает. Да, то есть чуть-чуть, микросекунду подрегенил, ты там убежал с двумя хп и радуешься. Сейчас, кстати, можно поагрессировать. Ну, Лидо, ману Кусема нету. Ну, как там нет. Станчик хотя бы попробовать прописать. Ну, один каст есть, вот он его выдал. Вот он его и выдал, да. Сейчас отпил красную, где не зашел. Ну, вот он красную съедает. Потому что я пока что еще не видел ни одного стана. Не, стана вроде бы как еще не было, я тоже не видел. Хотя бы попробовать как-нибудь можно. То есть не обязательно этими персонажами там фармить, чего-то ждать. Тут надо на ошибки ловить. Фарм, да, это же не ассесы. Но, кстати, вторая игра будет финальная, очень-очень веселая, потому что у нас будут пиромансеры. С пиромансерами там... Просто такой лютый дэмэдж будет лететь. Вот очень похож на... Задувы будут. Да, задувы, там уже у задува радиус сколько? 800, по-моему. Таких подробностей. Или 700. Знаю, к сожалению. Ну да, знаешь, ты там ульта, игрок. Говорят, больно бьет. Вот очень сейчас хорошо так. Зацепил нулот Сэма. Все, повыкладывал. Но вот что-то меня терзает смутное сомнение, что все-таки будет третья игра на СС. Вот такое вот у меня чувство есть. Что у ребят все-таки будет 1-1. Они оба очень хорошо играют. То есть видно даже по автарке, по... Сейчас надо убивать. Дай тычку третью. Испугался. Ну да, отошел он все-таки. Достаточно было бы. Просто Сэм долго что-то торговал лицом. Не знаю, не нес себе красную. Надо было на этом ловить. Ну сейчас у него нет регена, видишь, у него съел бобра последнего и все. Ну счет, по-моему, что-то продал только что. А нет, просто накопил. Ну и у Нулода тоже нет регена. Надо хотя бы на хэграунд подняться, то есть как-то проявить свою агрессию. Не, ну смотри, еще скоро будет ночь, то есть там тоже уже как бы очень вард нужен будет, если так уж прям... Нет, в смысле, пока день, то есть... Не, я же говорю, скоро ночь. Соперника и... нету маны, надо подняться, хотя бы, чтобы да. Он экспу не получил. Пока день, да, пока день, да. Пока ты выигрываешь, как попробуй закрепить все это. Подняться на тот же ХГ, говорит. Заставить его напрячься. Вот, принес себе красную банку и синюю. И а. Сэм регенится. И видишь, он отошел подальше от крипов, потому что знает, что его нулот может зацепить третьим скиллом. Собьет ему этот реген. А, регенки. Угу. Ну вот он сбил реген маны. Ну и при этом у синего торта остался только на один скилл. Ну ему летит три банки. Сейчас он пойдет отпивать. Ну, отпивать это такое дело, там зацепят, собьют. Либо ну, тебе да. Надо где-то стоять вдалеке, чтобы тебя не трогали. Когда у тебя три амулета на руках, это долго регенится. Ну, конечно, долго. Мне кажется, лучше бы он их сейчас выложил, порегенился бы. Ну, взял бы обратно. Потому что он дает 6 интеллекта, считай, да, 18 интеллекта ты убираешь. Там очень быстро бы порегенился. Можно такую тему обузить. Ну, просто, что, наверное, мана долго накидывается, как бы. Ждать не хотят. Если красная, там она оправдана, там 10 секунд по-быстрому накинул. Что есть игры, где эта баночка 30 секунд висит. Вообще нереально просто. Оба имеют по 7 левелу, раскачка скиллов тупо идентична. Урон с руки, ну... Вот, видишь, настала ночь. Принес вардецкий. Я бы сейчас бы принес бы и снял его. Он видел это прекрасно, ему прям перед лицом поставит. Да. Ну, это не знаю, что он сейчас
Будет ложить, не будет. Купил бы синий, то есть, по факту, он все равно останется в плюсе на 100 монет. Как бы он, ну, о, на 50. Угу. Ну, или останется бездвижен, а он просто... 50 копеек эти отобьет. Останется в плюсе с этих лордов. Потом пойдет такая война, вардинг. Нулит захочет развардить. Ага. Все бабки будут в варды потрачены. Смотри, себе что-то купил Сэм. Что он себе купил? Наверное, третий амулет. Может быть, третий амулет. Гем кто-нибудь принесет. Да ты что, если гем, это ж... Хватит это терпеть. Да. Походу, амулетик собирает по частям. Угу. Ну я нажимал на куру, там пока еще ничего не было. Да, но он пока в стэше. Перевес уже 800. А нет, брейсер. Вот это как. 900, а нет, перевес. Неплохо, так ребята харасом обменялись. И в большой опасности у нас сейчас был нулот, у него осталась сотка хп. Я бы на месте Фукусима бы еще бы что-нибудь попробовал бы. Ну видишь, у него маны вообще ни на что не было. Даже не драться, просто постоять на хайграунде. У тебя есть 7 чаржей, там можно что-нибудь... Хотя у него было 7 чаржей, может ему на первый бы и хватило. Или на... Ему бы хватило на любой спелл, но да, просто да. Достать. И убил бы. Ну конечно, там 100 хп, если не меньше. Да, сотка. Сотку он точно снял бы. А вот сейчас он так подлазит, подлазит, это, подлазит. Это и это килл. Вот я же говорил. Подлез, ошибся. Опять стоит без хила что-то, я не знаю, торгует. Нельзя так ошибаться. Да, торгует лицо. Что он закупал себе так долго? Третий экзайл он тебе не принес, куда-то он деньги слил. И первая победа за нулодом. И я думаю, сейчас ребятки создадутся по Шурику, поэтому мы прерываться тоже особо не будем. Сейчас просто ливанем все из этой игры. Просто-напросто. И я думаю... Так, ну лут уже создал. Очень все быстренько он сделал. К сожалению, он ее постоянно делает закрытую. Давай, дай мне приглас. Мне уже дали. Ничего себе. Что этот пак, что его даже у меня в друзьях нет. То есть он прописывал? Ого. Вот, он только-только мне дал его. Да сделал бы просто открытую. Я думаю, что вряд ли кто-то усел бы туда подсесть, подлезть. Снайпят. Да, прям все это ждут. Вот сейчас идет турнир. Вот, все, она открыта. Заходим. Да, по Шурику ребята напрыгают к нам. Ну что ж, сейчас будет вторая финальная игра, которую мы все очень ждем. И если, ну вот, одержит победу. Кстати, надо поменять местами. Опачки, все, поменял. Если Нулут одержит победу, то, в принципе, он и одержит победу в самом турнире. А, кстати, что дают за победу, мне аж интересно. Серебро! Дают аж 7 тонн серебра. 7 тонн. И проход в Garena Invite Cup номер 6. Кстати, Garena Invite Cup номер 6 тоже будет формата 1 на 1. И ребята, которые заняли 1, 2, 3, 4 место, собственно, этот инвайт и получают. То есть Нулет, Сэм и вот эти вот два парня, которых мы видели. Фаник и этот Ностра. Вот мы их тоже, в принципе, и увидим в этом турнирчике. Да, я ж тут, почему они меня сидели ждали, это как бы все логично было. Ну, они-то не знают. Ну, Литов. Мало ли. И игра на пиромансерах. Сэм, давай, ну выбери аватар же, я в тебя верю. Только не дефолтный, по зязи. Я бы дефолтный взял. О, вот, вообще классно. Ну вот. Я бы вот этот бы никогда бы не взял. У него анимации такие. Ну, мне в плане анимации, знаешь, кто нравится? Мне нравится ультимейт, который у него такое. Тычки довольно-таки быстро летят. У аватара 0, да, тычка багнута, она далеко летит. Очень далеко. Он может 700 ренжи запустить. Ну там вот, бывает, я не знаю насчет вот этой. Я ее называю Лина, потому что она действительно Лина. Очень стырена, очень сильная из доты. Я думаю, никто не обидится. Ну да.
Такое. Читаю тот факт, что ты, по-моему, героев 40 стырен из доты. Да. Ну, собственно, Хон и начался с доты. Ну, короче, не... Точно, да и карта немножечко похожа. Немножечко. Смысл чем-то напоминает. Чем-то напоминает доту, да. Обезьяна вот эта вот большая сидит. И, кстати, вот сейчас идет матч за третье место, и там то ли результат не поставили, то ли еще что-то. Ну, на сайте пока у них 0-0 написано. Мне же тоже интересно, кто там займет третье место. В принципе, достойно ребята играли. Серебро драться надо. Ну, да, серебро, ты чё? Четыре тонны. За третье место тут 4 тонны, а за четвертое 3. Ты прикинь, целая тонна серебра. Ресет. Это же ресет, действительно. А ты у нас все в ресетах меряешь. И тоже ресет. Так-то особо нечем больше мерить, все есть. Ну да. Я так подозреваю, что у тебя как у Вани Акамай. Он когда нажимает на вкладку «Некупленные», там, как правило, никого нет. Типа Не, у меня аватара. есть там фроубеки. А, ну у него даже троубеки есть вот эти. То есть настолько все хорошо и весело. Ну что ж, уже стопят ребята крипов. Двигаются они на мидок. И вторая финальная игра, а может быть и последняя, начинается. Ну и ребята в чатике, давайте Не делайте зазевать. ставки, кто победит. Ты уже крипа зафейлил нас. Уже вот такие вот задувы пошли. Все, крипа зафейлил, минус морально. Мне нравится аватар Сэма, то, что он этими тыквами кидается горящими. Ну, классно ж, красиво так. Лина четче, все равно Лина четче. Но Я мне все все. равно ультимейт больше нравится. Ну, так себе. Ну, такой веселый Пакет парень. пистолета что-то стреляет. Ну чё, классный, из огнемета такого, вообще Парни красиво. серьезные, с пальцев. Все по-взрослому. Ага. Ну, качают они скиллы одинаково, 1-1. Тут, в принципе, думать даже ничего не надо. И я думаю, пассиву вряд ли кто-то сейчас захочет качать, будет качаться тупо через первый, второй скилл. Я бы на четвертом бы взял. Ты думаешь, ну... Бывают такие моменты. Когда эта пассива может хорошо поджечь, ну, такое, да. Когда пацанчик уходит, и он догорает по итогу. А долгий такой идет размен, там же что же, при попадении каждым спеллом она стакает. Она штакается, да. Ну, на шестом левеле ребята стопудово качнут ульту. Тут вообще думать даже ничего не надо. Это ж просто, ты прикинь, надо ж Я просчитать, плюс сколько на дэмэджа плотность она взял. нанесет. Потому что кто первый поднимет шестой левел, тот, скорее всего, и победил. Ну да, 450. Если у оппонента на этот момент не будет хотя бы 20% хп, это считай труп. И там, причем даже не обязательно станом цеплять, достаточно Да, первым. просто первый ульт и все. Первый ульт там, тычка. Все. Уже парень стопудово Тебе отъедет. проблем не будет, это по-любому. Купил себе полную батареечку. Сэм. И смотри, два дина есть от Нулуда, а у Сэма ни одного. И видишь, Это решает, все решает. немножечко чувствуется, да, потому что он уже четвертый, а Сэм третий. Особенно это будет значительно, когда нулит будет шестой, а Сэм пятый. И мне кажется, здесь по-любому нужен Мистик Вейсмонт. Вот я бы себе принес. И смотри, кстати, Сэм качнул себе пассиву на четвертом, а ну вот идет 2-2 пока. Мне кажется, что он и не будет эту пассиву качать, он чисто уходит в урон. Он рассчитывает на то, что на шестом левеле он цепляет станом, дает ульту и первый, и все. Рассчитывать на попадение стана такое дело. Ну, если у тебя хороший скилл на пиромансере, то, в принципе, там... Легко попасть в Но стан, тут никто довольно-таки. не будет подходить. Даже не то, что ты попадешь, типа, там далеко пацан будет стоять. Да. Он в любом случае отбежит. Там, если с упора ты там стоишь, ну хотя бы на рейндже Может, он 300, сейчас, может, ну, там себе есть сейчас шанс. тапки принесет. Тапки тоже можно. Самое главное, шестой уровень. Я вот когда даже играл на тех же Соломонах, я прям специально стоял перед противником и хачи там кидал в крипа, получил шестой и нападал. Я как бы за ним уже бежал и в полете там шестой получал и убивал. Ну Это да. все это решает тут. На таких именно персонажах надо как можно побыстрее. Смотри, 8 динаев у Нулада и ни одного диная у Сэма.
Другое же дело, если ты профейлишь, ну как, не проф... ты не убьешь смотри, за прокат. Смотри, регена у пиромансера, у Сэма нет, у синего. Батарейка не заряжена. И плюс у него отсутствует хп. Сейчас у Нулада будет 6-й левел. И если не отрегенится, бежит. Если он его сейчас получит, то Сэм не умрет. Потому что Сэм увидит 6-й. Если же где-то на миде в центре, этим можно воспользоваться. Ну да. Не, ну, красная баночка уже есть. Он уже знает, что сейчас буквально через каких-то пару крипов будет. Сейчас так вот она не поможет, вот в чем дело. Ну да. Воева 200, ульта 500 это. Не хватит, что ли? Вот эти вот два крипа, мне кажется, и будет 6-й левел. Смотри, как он стоит на улету. Ну, знает, знает, знает. Вот он, 6-й левел. А, если бы он его цепанул станом перед получением ульты, отъехал бы. Видимо, вот он так и хотел сделать. Ну да, ты же видел, как он дергался, прям вот так вот нес в его сторону. Мне кажется, пассивочку, если была бы, а не стан на 2, то есть... И можно было бы ему ультить смело. Угу. Но скоро будет 6-й левел и на Сэме. Мана есть у обоих. Ну, у Сэма не хватает. Угу. Play Strike 280. Мне кажется, на 7-м, ну вот, качнет опять первый. Ну не да, будет уже это само собой. Угу. Есть, ну, как вариант, возможно. На 8-м пассивка, но... Возможно, и стан. Нет, вообще, я на восьмом бы взял уже, наверное, пассивку, чем стан. Ну да. Пипается он неплохо, он может себе позволить вестменты засекьюрить свою жизнь. Вот он, 6-й левел на Сэме. Отрегенился он красной баночкой. Фулл хп, это фулл МП. Брейсер такой на нуле. Заменитель вестменца, походу. Ну, типа да. И что-то едет, а все равно едет плотный. Да, едет две баночки маны, Вейсмен. 7-й левел, качнул первый скилл. По крипам он доминирует, то есть почему бы ему просто было. Да, 31-13 против 18-2. Опа, Вейсменты, реген маны. Все, лезь на хайграунд. Да, теперь он может очень хорошо наглеть, потому что хп больше. За прокаст не умирает. Он. За прокаст он не умрет, да. Даже так стоять можно. Без вариантиков. Ну вот, сейчас... Я не понимаю, это у Сэма весь фарм? А нет. О, едет коронка, ничего себе. Бежит корона и монопод. Сейчас слабенько, очень слабо. Да. Там, 700 голды аж перевес. Да, 700 голды и 700 опыта, даже 800 уже, это реально чувствуется. И смотри, уже немного так перетекает все в пуш. Была бы пассива, если была бы пассива, да, там бы Таур уже очень сильно страдал. Что это за задув такой? Непонятный, да, я тоже его не сильно понял. Не за горами 8-й левел, и мы узнаем, что же он все-таки возьмет. Пассивы, ну я бы взял пассиву, на самом деле. Потому что станом он там особо, ну, так. Ну, конечно, стан он не кидает вообще. Да, а вот первым он попадает хорошо, и эта пассива заходила отлично. Самое главное, что нельзя будет заюзать крафт. То есть на тебе висит эта горелка. Когда на тебе, да, поджог, ты не юзнешь красную, это самое главное. Может, что тащит масштабки, нет. Еще один экзайл. Еще один амулетик, да. И вард, кстати, смотри, вард, две банки регена, хп и мп, ого. Тут все-таки хорошо, что не видно этих айтемов. Ага. А куда это у нас уходит? Сэм? Ага. Руну чекать. Руну чекать, да. Все на то, что их тут нет. Я не знаю, что он сейчас хочет, но, наверное, хочет. Обойти, да. Но... Типа он в вард стоит, это раз, во-вторых, дэмэджа не хватит, два. А вот сейчас словили друг друга сейчас на... Сейчас Сэм умирает, к сожалению. К сожалению, нет, смотри, смотри, Нулат умирает. Да ладно. Вот так, батарейка спасла, ты прикинь, спасла батарейка. Ты видел этот тыч, как это последний на пиромантеров? То есть она по факту уже не достала и все равно полетела дальше. Угу.
Ну что ж, как я и говорил, третья игра будет. Же так, ну ли дал слабину, он начал убегать. Ну, типа того, да, если бы он хотя бы попытался махаться, но, смотри, очень сильно зарешала батарейка. Очень сильно зарешала батарейка и зарешала пассива. Пассива была у Сэма. И за счет этой пассивы у него тычки ж, типа, быстрее, ну, типа, скорость атаки. Вот, да, то он вот. 3 каста выдал. Да, и все, и это бобо. И, опять же таки, без паузы, я думаю, мы начнем уже третью игру. Тебя уже даже пригласили, а меня, как обычно, нет. Солстиллер. Твои и чу... да, да. Soul Stealer. Вот я действительно чувствовал, что сейчас будет 1-1, и эта игра на СС-ах имеет место быть. Потому что, в принципе, ребята очень ровно и хорошо идут. И чувствуется, что скилл у них одинаковый. Ну, по крайней мере, на пиромансерах они себя ну, хорошо показывают. Мне кажется, даже немного везения Сэму помогло. Да, все-таки везение было, да. Тут я согласен. Ну, и ну или растерялся, так же говоря. Там и промах у него пошел, слоу граундов. Все, последняя, третья игра сегодняшнего дня. И третья игра финала уже решит, кто же сильнейший игрок 1 на 1 на данный момент на горенке. Ребята уже подгрузились. Ну и... Где-то машины едет. Ты их прям слышишь? Конечно. Лол. А вот, в принципе, не должно быть слышно. Ну и ладно. Мотоциклы, машины. Я вот на самом деле не подозревал, что у меня прям такой чувствительный микрофон. Сейчас кто-то вообще сигналил. Да. Я помню, когда мимо окон скорая помощь ехала, там кто-то в стриме испугался, типа, пишет, я думал, что это за мной уже едут наши, типа, менты. Вот. Менты домой ломятся. Да-да-да. Нелегально обузишь ботл. Там вещи выкладываешь, чтобы подъехали за тобой. Опять же, второчки на СФ. У каждого своя. Ну да. То есть три ботинка. Кому как удобнее. Осуждать никого не надо. У каждого свои есть. Как положить. Ну эти вторки мы уже видели сегодня. Что на Сэме, что на Нулоде. Они их вообще не меняют. Через буквально минуту уже ребята будут на миде. И в принципе уже будет понятно, кто кого. Сэму вот аватара не... Неудобный для Кайлов, он крутится очень сильно. Кто, у Сэма? Да. Типа, поворот башни долгий? Да, скорость поворот. На Кайлы влияет. Ну конечно, там же оно развернуться должно. Там на развороте развернулся, там, да. Ну такого вряд ли будет, если иду туда последнего. Ну да. И за кем будет первый крипчик? Нули. Ну, первый крипчик явно за Нулдом у нас. Я заметил. Неплохо. Я вот даже камеру немного пошатаю специально. Тут спецэффекты создаю, знаешь. Под разными ракурсами смотрю, но реально классно смотрится. Да, тут еще камеры можно. Ну да. Ну да ладно. Уже имеют они по второму левелу. И видим мы, что с контролем пока лучше у Нулода. Так, Кайлы пошли. Всем в тему. Сейчас тут такое дело, по факту. Главное, чтобы по 5 душ у обоих. Да, душ у них одинаковое количество, по 5. Сэму надо немножечко уверенности. Ну да, сейчас он как бы немножко боится, мне кажется. Сколько?
Да, мне кажется, кстати, анимация атаки у Аватара Нулада быстрее, чем у Да, Аватара я Сэма. говорю, он очень медленный. Сама так. Там То есть, замах. даже не в повороте, а тут уже и в анимации дело, тут уже как бы чувствуется. Конечно, это говорят, что аватар не имеет значения. Все он имеет. Все имеет, На тех же конечно. силуэтках, белая силуэтка и дефолтный силуэт. Белая гораздо быстрее бьет. Я, кстати, тебя в компетите вообще на силуэтках не видел. Может, ты нам покажешь что-то новое? Я на инте играл на силуэтке когда-то. Вообще это не от меня зависит. Ну да, это что тебе уже драфтер твой напикает. А у вас же Вася драфтит, да? Ну да. Тут еще драфтер. Капитан. Корабля победа. Итак, в принципе, так, посмотрим на души. 15-10. И уже нету маны у Сэма, зато есть фул мана у Нулада. И Нулада... Сэм сейчас вообще всех крипов, считаю, он только крайламы забирал. Ну, 13-5 против 9-3. Да, чувствуется, что ситуация с крипами намного лучше у Нулада. И почему-то он вообще не хотел только что харасить Кайлами. Хотя бы мог ближний дать бы, зацепить, добить крипа и прохарасить Сэма, то есть... Ну, я считаю, когда есть возможность, можно кинуть третий. Он там сейчас стоит, регенит ману, кинь его. Вот, так. Все. И ты считай, как бы, и ты Получив немного фашист потратил. Гранату. Он не регенит ничего. И еще и хп ему сбил. Учитывая его ситуацию с маной, так ему вообще больно на все это смотреть. Видишь, раньше уже 5-й левел получил. Третья Кайла уже очень больно бьет. Все это 5-й и 7-й, это то же самое, что 6-й на пиромантии. Ну да. Ну там пул прилетело. Ну ты видишь, что Кайла очень уже больно бьет по Сэму. Сейчас будет... Будет Кайла или нет? Тычка. Не пошла Кайла. Потому что... Ну, треть... один бы Кайл не убил. Не-не-не, не убил бы, но ого. Смотри, как он задавил. Вторым хочет попасть. Ну да, хотел, видно, попасть Даже вторым. Если бы он и попал, он бы его не убил. Там что-то куру как-то опасно тащит себе. Ага, полную батарейку себе сейчас будет нести. Ну вот. Даже так. Даже так. Мне кажется, Мистик Вестмен тут лучше зашел бы. И Вестмен, ты батарейки, что знаешь, когда они дают оба... Все, как правило, они дают по два кайла и потом дерутся в упор друг с другом. Ну да, они уже начинают выяснять. Батареечки это решает. Не, если вот как мы видели в прошлой игре, там было, по-моему, 11 зарядов на батарейке. И вот они и зарешали. То есть 110 хп лишние прилетели. 5 кура стоит как. Ой-ой-ой, подлагнуло. Ничего так. Еще раз. Еще раз. И еще кайла раз. Уже по Сэму. Да, третья Кайла пошла по нему. Читер какой-то. Действительно, третья Кайла, а урона нет. Анжера с кустов троллит рипелом. Да. Зарегинился красной баночкой у нас Сэм. Эту красную баночку успешно сбивает ему Нулад. Грамотно пользуется третьим Кайлом. Да, ну смотри, 23 крипа против 20, то есть преимущество не особо, но при этом 470 денег и 266 опыта имеет преимущество Нулад. Интересно, сейчас качнет Сэм ульту или нет? Как он сделал это в прошлый раз. Ну сейчас больше интересует, летит ли ему красная банка или нет. Пока ничего не... Да, ульта! Опять ульта, смотри. Глянь, как он пытается. Второй раз на той же монете хочет выехать. Обменялись неплохо кайлами. И курьер уже бежит. И уже бежит и несет ему красную баночку и корону. Надо Сэму выкладывать из скрима, чтобы быть фуловым. Да. А вот Нулду нужно было бы, наверное, только что проагрессировать, дать кайлу, и он бы мог бы даже только что и попробовать убить. Потому что он был фуловый. Как бы... Пару зарядов на батарейке получил ну, да, бы. Без тычки бы все равно, ну тычку надо было считать. Койл теряет. Все, выложился скрим, он фуловый. Хотя ему не хватало где-то хп 500. Да, фуловый. Еще и ману сейчас подрегенит.
Ну и Сэм рассчитывает на то, что враг к нему подойдет вплотную, чтобы зарядить вот эту ульту. Как бы ульта даже с 20 душами нормально так жахнет. Дэмэджа 400, да, но все равно нанесет много. Смотря на что. Но у нули до седьмой. Тычки как. Ну нули, смотри, посильнее. Немножко в пушу так отобратился, снес уже 70% хп Таура. При этом пропустил две тычки от нее. Ну, у него две красные банки, он по фарму-то у него, он 700 плюс. Ну да, еще и батареечка на 2 у него имеется. Батарейка вешается. Я бы сейчас на его месте ботинки принес. Или бази. Я бы в сторону ботинок склонялся, конечно. Если Сэм любит ультовать, я бы отошел бы и потом дал 2 кайла. Ну или последний был. Потому что они почему-то третий, я-то видел, не кидали. Ладно, не отдавай ему вышку. Еще второй и первый. Осталось... Ну да, будет он одинайте. 5 не хватило уверенности. Ты что ж вы так боитесь-то? Угу. Ну, первый сам таур есть. Убежал. Он просто сам на него бежал. И в этой ситуации нуль бы тремя бы кайлами попал. Бояться должен был Сэм, но... Да теперь ну вот вообще ничего бояться не должен. Он спокойно может заходить на хайграунд. Вышки я нет. Так и сделал. Покупать тапки и просто в тупую гнать Сэма. Тут уже купить ничего. Купить вард желательно. Если, ну, да. Если вот на такой позиции он будет держать. Нет, если на такой, знаешь, драться на бывшей позиции Таура, то в принципе нормально. А если он сейчас его догонит до второго Таура, то... Просто там, когда будет подниматься, там может тоже кайлы прилететь, и ты уже в итоге стоишь с ним в упор, отходить не вариант тычки, драться не вариант ульта. Как бы безысходность. Плен. Ну, да. Лапласт. Будет смешно, если игра дойдет до второго Таура. По пушу. Ну да, чисто два таура снес, победил. Там опять зачем-то себе брейфик тать. Ну вот уже нуло с ботинками. 350 бега я против 300. Знаю, да, я и вот, сейчас. Вот надо агрессивничать. Чего ты боишься? Ну давай там. 38 душ он имеет, сейчас будет 39. У тебя весминцы и батарейка на 5 чаржей, кого боятся? И красный поехал. 39 душ, да. Очень-очень-очень больно он сейчас будет бить. Я не знаю, Сэму хотя бы... Смотри! Чейзи давай. Да. Все-таки Нулот оказался сильнее. И под конец еще красивую лету. Вообще красава. Вот эти вот ботинки зарешали. 40 душ набрал, 2 кайлы, тычка и все. И прости, прощай. Опять же заметь, он стоял на лоу хп. Чего-то ждал. Чего-то ждал сам, да, я тоже не понял, чего он ждал на самом деле. Ну, нам остается только поздравить победителя турнира 1 на 1. А вот... всех можно поздравить. Да, фокус то, Сэм тоже очень хорошо, достойно отыграл. И те два парня, которые у нас 3-4 место. Кстати, вот мне интересно, кто там что занял. Ну вот Фаник 1-0 написано. Ну, Фаник и Ностра тоже, в принципе, достойно играли против Сэма и Нулода. Их тоже как бы можно поздравить. Они тоже выходят в Invite Cup. То есть посоревнуются там с интовыми парнями. Я думаю, мы там увидим, кстати, что-то новое. А когда же будет этот интовый чемпионат? Тут не написано. Это отбор. Это тоже отбор. Ну, короче, ладно. Ну, на следующие выходные. Я думаю, да, да. Скорее всего, на следующих выходных он будет. Ну что ж, ребят, на сегодня это все. Турнир завершен. С вами в эфире был я, Броутап. Зовут меня Женя. Помогал мне весь день Тенди, за что ему большое спасибо. И на сегодня это все. Всем пока, удачи. GG.